Глава округа Дмитрий Владимирович Волков на Хабинской поликлинике с рабочим визитом. Он ознакомился с работой учреждения, пообщался с пациентами и выслушал просьбы и пожелания. Коридоры и кабинеты не пустуют, объект здравоохранения востребован. Здесь уже 60 тысяч прикрепленного населения? 66. И детей где-то более 12 тысяч, да? Да. 7200 последней биопсии всего Хабина. Помимо обсуждения рабочих вопросов, у визитеров есть и приятная ответственная миссия. Глава округа вручил поздравительный адрес губернатора Московской области старшей медсестре Татьяне Петровой. Она не только много лет служит своему лечебному учреждению, заботясь о нахабинцах, но и в этот день празднует свой юбилей. Как часто бывает у медиков, даже в праздник на посту. Награды от гостей получили ее коллеги, им вручили благодарственные письма администрации округа. Каждой представительнице прекрасного пола слова благодарности за многолетнюю работу. Очень приятно увидеть в лице Дмитрия Владимировича современного руководителя, который общается совершенно свободно с населением нашего Нахабина. Наш глава прошелся по практически всем этажам поликлиники, услышал все пожелания наших пациентов. Это было приятно наблюдать, и это очень ценно современного руководителя. Поликлиника Нахабина принимает взрослых и маленьких пациентов. Она смешанного типа и рассчитана на 530 посещений в смену. Сотрудники оказывают не только первичную, но и специализированную помощь.